На этом постаменте в окрестностях итальянской Катании стояла статуя святого, призванная охранять город от землетрясений. Но бедствие все равно случилось. Подземные толчки силой 4,8 балла произошли ночью через два дня после извержения вулкана Этна. Эпицентр залегал на глубине около километра в районе коммун Виагранде и Трикастании. Больше всего разрушений в городе Катания. Сообщается о 30 пострадавших. 10 из них увезли на скорых, но серьезных травм нет. Большинство получили телесные повреждения в результате падения фрагментов кирпичной кладки, когда выбегали из своих домов. Все тряслось. Как видите, колокольня обрушилась, а мой дом разорвало, будто он был из папье-маше. Землетрясение длилось долго, секунд 10-15. Если бы оно длилось еще на пару секунд дольше, вообще не знаю, сколько оно длилось. Я никогда раньше не испытывал подобного. Мы чудом выжили. Пострадало также несколько старинных церквей. Около 600 человек эвакуировали из опасных зон. Из кратера Этны продолжает идти дым. Это самый высокий и самый активный вулкан Европы. Высота горы 3330 метров.